Так, ну что, давайте посмотрим ход окончания работ. Сейчас здесь практически тихо, но это ненадолго. Скоро эта площадка станет местом притяжения детей из ближайших домов. Первый заместитель главы Реутова Алексей Ковязин проверил ход завершения работ по монтажу детской площадки. Все качели уже установили. Осталось положить резиновое покрытие, и можно запускать детвору. Управляющая компания, администрация нам и внимание очень большое оказывают, и сильную помощь оказывают. То есть мы очень рады, здорово. Сама площадка просто шикарная. Мы так много лет ее ждали, но она замечательная, современная, классная, большая. По поручению главы Реутова Филиппа Науменко осмотрели и то, как сделали места общего пользования. В подъездах заменили плитку на первых этажах, покрасили стены, установили светильники, а сейчас меняют почтовые ящики. Не оставили без внимания и недочеты. Так, в одном из подъездов жители указали на неисправные дверцы мусоропровода. Алексей Ковязин поручил управляющей компании исправить данную неполадку. Закрывается, либо не закрывается. Либо мы это завариваем и носим помойку туда, либо сделайте нормальный ковш. Ну то, что даже я уже вижу, здесь ничего такого сложного нет, чтобы поправить. Вам нужно вот этот верхний уголок просто поднять на сварке, и у вас все будет замечательно работать. Ремонт, который должен был быть выполнен в этом году, полностью завершен. Но все недочеты, на которые указывают жители, исправят. Также управляющей компании были даны новые поручения. Отладить доводчики на дверях, покрасить, где облупилась краска, решить вопрос с незакрытыми проводами. Посмотрели детскую площадку на Комсомольской 3А. Площадка уже идет к завершению. В настоящее время большой процент готовности. Места общего пользования прошли полностью. Ремонт, который должен был пройти по графику этого года, выполнен. Городские власти внимательно следят за качеством работ, которые проводятся в подъездах и дворах жилых домов и выходят еженедельно на подобные обходы. По итогу этого все замечания приняты к сведению. В ближайшее время они должны быть устранены.